Здравствуйте. Хочу вам кое-что сказать, предупредить о том, что мои видео, возможно, будут заблокированы Ютубом. Ему не нравится моя музыка. Музыку я включала не просто для фона, а для того, чтобы... Я просто знаю, что это за музыка, я чувствую эти вибрации и слушаю только ее, и не могу позволить себе, чтобы вы от моего хотения, просматривая видео, получали другие вибрации, какие-то деструктивные, и если есть... музыка на иностранном языке, что предлагает YouTube. Я, честно, не знаю перевода. Мне ближе санскрит, и я знаю, что это более ресурсная музыка. Просматривая видео, вы получаете некий заряд очень благостный. И мои видео больше нацелены на то, чтобы дать вам какую-то информацию. Я начинаю потихонечку вам об этом рассказывать, потому что не знаю уровень развития ваш в этой жизни, до какого уровня вы все продвинулись. Ну и, соответственно, просматривая видео под такую музыку, приятнее воспринимается и понимается природа, извините, то, о чем я говорю, это как бы кажется более доступно. В общем, я хотела только лучшего. И, ребят, если что, если вдруг меня заблокируют, я оставлю ссылочку под видео на новый канал. Я на машине, а мальчик хочет переходить дорогу. На новый канал выйду, скорее всего, тогда чуточку позже. И приглашаю тех, кто на меня подписан, я думаю, останутся самые верные друзья, которые прониклись такой тематикой, кому нравится смотреть мои видео. Они, конечно, не сверх что-то, есть гораздо лучше, и розарии круче. Ну, у меня пока розочки не цветут, но я обязательно покажу всю красоту, это будет, естественно, весной. Ну, конечно же, я надеюсь, что осенние розы, цветение роз осеннее, оно себя покажет. Но из-за жары розы очень пострадали. Ну, правда, листва хорошие, все живы. Я обязательно вам покажу. И все, что я знаю, расскажу. И по уходу за розами. Задавайте вопросы, спрашивайте. Ко мне вы можете обращаться на «ты». Я для себя время остановила, поэтому нахожусь в одном и том же физическом состоянии уже много лет. И могу вас этому научить. Самых смелых обязательно научу. И решительных. Так что, друзья мои, оставайтесь. Я знаю много чего интересного. Я себя не рекламирую. Я хочу просто сделать мир лучше. Насколько это мне позволит система, с которой не так просто бороться. Порой бывает даже очень сложно. Например, как, допустим, реагирует матрица, да, на мои какие-то вызовы. Как только система чувствует, что я не отдаю ей свою энергию, она начинает на меня нападать. Вот так же и YouTube. Да, я поставила не ту музыку, кто-то скажет, она запрещена на YouTube. То есть, как бы, да, нет лицензии, авторских прав. Но система, тем не менее, она нападает, и я знаю почему. Об этом еще рано вам рассказывать, хотя не мешало бы всем знать, что это есть на самом деле. Например, у меня мой СНИЛС, система, номер СНИЛСа, который дается человеку в жизни всего лишь один раз и не меняется ни при каких условиях.
и тем более без оповещения самого человека. Мне поменяли его уже третий раз. А вы знаете, что с НИЛС мы указываем во всех документах. У меня тоже есть двое детей и старшая уже совершеннолетняя дочка. И вы понимаете, то есть как бы я работаю, идут всякие отчисления пенсионные и так далее. И вот благодаря вот таким вот сбоям системы, которые происходят, некоторые наши надежды, да, они рушатся. Это все крайне неприятно. Но мой канал, я о красоте, поэтому если кто-то готов слушать меня без музыки, я с удовольствием буду давать всю информацию, которая у меня есть, и показывать свой сад, который я создаю уже 2 года. Сами понимаете, не все так быстро делается. Я буду рада, если вы останетесь со мной. Такое короткое видео, может быть, немножко не по теме, может, кому-то какие-то слова непонятны, но я просто хотела предупредить, что если вдруг я исчезну, ищите меня по тому же имени. Я буду смешивать природу, то, что мы видим, то, что мы любим, вместе с духовным развитием. Постепенным, не быстрым, для того, чтобы вас не шокировать. Может быть, даже не особо развитием, потому что у каждого свой путь. А хотя бы напомнить людям то, что они есть. И сейчас вы видите, как люди запуганы, сколько рамок, сколько преград ставят перед человеком, хотя бы для того, чтобы он спокойно существовал на земле и совершал свои какие-то желания, свои планы, что везде нам перекрывают путь. Дорогие мои, я вас всех очень люблю. И вообще, я люблю человечество. И запомните, нет хорошо-плохо. Все есть опыт. До встречи! Надеюсь, розы мои зацветут. Я вам потихонечку буду показывать, что у меня происходит в саду, в жизни, если кому-то интересно. И не забывайте писать сообщения мне, оставлять. Мне очень будет приятно и удобно таким образом подбирать какие-то темы, потому что в моей голове информации очень много. И порой бывает трудно решить, с чего начать. Поймете ли вы? Знаете, хотела завести канал про сад, про розы, потому что я их обожаю, я их очень люблю. Я очень люблю растения, также животных. Растения мне ближе по природе. А получается, что я мало вам показываю свой сад, а пытаюсь какие-то умные вещи воткнуть в ваше сознание. Критика приветствуется. Если вы не хотите, чтобы я вам о чем-то таком рассказывала, я не буду, потому что вы уделяете, просматривая мои видео, уделяете свое время. Вы его тратите на меня. Я вам отдаю свою энергетику. Но потратив просто так время, вы его не вернете, и я не смогу вам его. Поэтому, если кто-то хочет со мной остаться, оставайтесь. Я буду рада. А теперь всего доброго и до свидания, потому что я покажу еще видео. Много задумок, много планов. Будет интересно, я надеюсь. Всех целую. До свидания.